интересы нашего ведомства. Более того, обсудили вопрос внесения изменений в закон о государственной социальной помощи, который будет рассматриваться на ближайшей сессии Народного Курала, который предусматривает внесение изменений в части введения социального контракта для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для малоимущих семей. Введение социального контракта предусматривает установление, и подписание соглашения, некой программы социальной адаптации для граждан в такой жизненной ситуации. Со своей стороны государство обязуется выплачивать государственную социальную помощь. Условия и порядок будут дополнительно проработаны и утверждены правительством Республики Калмыкия. Второй момент, который был сегодня обсуждался, это поручение главы по индексации ежемесячного пособия на ребенка. То есть мы эту проблему сейчас тоже решаем. Подготовили проект о внесении изменений в закон. После согласования с заинтересованными ведомствами мы внесем его на рассмотрение в установленном порядке правительства для последующего внесения в Народный Курал. Также обсуждались вопросы, проводимые в настоящее время с Рострудом, с Минтрудом, заключение соглашений по реализации дополнительных мероприятий, направленных на поддержку рынка труда, и вообще в целом о текущей ситуации, которая характеризует показатели на сегодняшний день в сфере занятости населения и решения проблем безработицы в Республике Калмыкия. Спасибо.